После отмены санкций Иран будет продавать свою нефть по любой цене. Об этом заявил министр нефти Исламской Республики. Он отметил, что страна должна экспортировать черное золото и не имеет значения, дешевеет она или растет в цене. Кроме того, он предупредил, что Иран вернет свою долю рынка в размере более 1 000 000 баррелей в сутки. Этот фактор, безусловно, окажет давление на стоимость энергоносителей. Уже сейчас предложение на рынке нефти превышает спрос.